Я действительно считаю, что мой гражданский долг прийти и проголосовать, потому что те 12 пунктов, которые у нас на сегодняшний день внесены в поправку в Конституцию, они действительно очень важны. В первую очередь я, конечно же, обращаю внимание на стабильность и развитие. Мне, как гражданину Российской Федерации, очень важно, кто будет нашим управленцем, кто будет управлять нашим государством. Естественно, я обращаю внимание на семейные ценности, которые на сегодняшний день тоже имеются в поправках Конституции. Для меня, как для семейного человека, для мамы, для супруги, естественно, это тоже очень важный момент.